Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Часто в процессе вязания нам нужно сделать добор петель. И, как правило, мы закончили вязание, выдвинули нужное количество игл и начинаем добирать петли. Неважно, каким способом. Мы просто их добираем и продолжаем вязание. В результате вместе, в том месте, где у нас пошел добор и старое полотно, получается небольшое расхождение, рыхлость. Протяжка, которая может испортить весь вид. У кого-то она маленькая, у кого-то она совершенно неаккуратная. Для того, чтобы избежать такой, не скажу проблемы, а неряшливого вида нашего изделия, я предлагаю выдвинуть пару игл из того полотна, которое мы уже провязали, и начать делать добор с этих петель. Раз, два, 3, 4 и так далее. То есть мы добираем петли, начиная это делать на рабочем полотне. В этом случае у нас нет никакого расхождения между петельными столбиками, абсолютно четкий переход от одного полотна к другому, плотно и красиво. Если вам понравилось это видео, если оно было вам полезно, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями. Подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Обязательно приходите на вязальные посиделки по вторникам и четвергам. И ждем вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова.